Я думаю, будем ли мы сегодня выпивать? Что у них тут есть? Вот это выбор! Йоу, ребята! Смотрите, как Андрюха выглядит жестко. Андрюх, покажи в чате. Ребята, здравствуйте, мои дорогие! Йоу, это Toxic Slime, а.к.а. Гадюка, CEO, а.к.а. Друг. Со мной Петя JT. Кам, ты где? Это Пеня JT. Давай, давай, Кам, поторопись. Вот он, ребята, что за дрип. Ну, сегодня сольник. Сольник в Санкт-Петербурге. Самый первый большой сольный концерт. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто сегодня пришел или придет. И вообще всем, кто меня любит и слушает мою музыку. Фиолетовых сердечек в чат накидайте для себя. Уже накидали? Да? Мама, Надежда, здравствуйте. Big love. Ты же один просто дрип. Андрея. Хорошо. Ну, вот это Андрей самое главное. Камуфляж, Баленсиага. Ну, хоть на альбом Канье Уэст. Вы можно? Пожалуйста, вы приценили вот этот мега-дрип? Не, они еще это не видели. О май гад, ребят, вот вы это видите? Вот. Вот, не, просто настоящая фанатка. Реально, спасибо тебе большое. Мне прям Макдоналдс суп. Йо-хо-хо! Спасибо. Скажи тебе пару слов вместе. Гэнг на поле, как говорится. И мы... Кучатик! Кучатик! Ребята, спасибо. Спасибо большое. Ты, главное, реально не переживай. Да я не переживаю. Мало ли, все-таки большой. Да нет, все в порядке, я рад, что ты вам пришел. Ребят, если они милые, сердечки в чат, пожалуйста. О, гад, зачем он байтит? Ну, короче, тут, кстати, не так много народу. Привет, вот вам здороваются с вами. Тебе зашить ее, что ли? Вы помните Филиппа? Помните? Привет, помню, я махал в прошлый раз. Да, когда мы были на Атланте в Питере, кто помнит. Да, он просто сзади вот так вот махал. Очень сначала было крипово. Помните, вы криповали, это был я. Да, это был Филипп. Сегодня, кстати, не так много. Мне кажется, в Москве будет просто полная гримерка. А что, даже Коля будет на разогреве? Да. Он уже? А где царица? Андрей, я жду царицы. Не будет царицы вначале? Да. Ну, на разогреве. Не нужна она, не нужна, да. Как будто Коля просто врубит и все. Ну, да, да. Может, давай как на будто... бис, когда выйдем? Да не, okay. На бис выйдем посмотрим. И будем кричать. Мы посмотрим. Посмотрим. Может быть, мы уже на Наташин трек, да, сегодня на концерте? Скажите, нет. Что мы будем делать? Врубим Наташин трек. Да, кстати. Нет, Наташа, не смейте, завтра, нет. Если да, что. Да. Завтра дроп, ребят. Фит, Кен Карсон, Плейбой Карти, Канье Уэст, Тайлер Дерден. 100%. И Ники Минаж. И Ники Минаж на бите. Да, 100%. Коля Сагань. Коля Сагань. И Коля Сагань. Коля Сагань. И Леня Марганцев. И Леня Марганцев еще. Леня Марганцев, ты же помнишь его? Знаешь, а можно, подожди, можно я быстро шатаут кину? Егор Сторм. Да, если ты Сторм. Нас смотришь, брат, мы по тебе очень кто скучаем. Это? Очень жаль, то, что ты не можешь присутствовать сегодня на сольнике, сейчас, но мы тебя... Подожди ты. Но мы тебя очень любим и ценим, Егор. Да. В лавке. Большая любовь. Большая любовь. Yes, sir. Про кого они говорили, я вообще не могу понять. Спасибо. Фотка нефоров. Не, на самом деле, тут не так много нефоров. Но сколько вы думаете, тут единственный нефор — это я, ребята. Клаб-шоу — это, оказывается, просто типа 5-6 треков. Ладно, не в 6, 10, типа 10 треков. А это сольный концерт. Опа. Это сольный концерт, где он там исполняет 30 треков. Типа это программа на 2 часа. Я бы это вообще типа не знала. Вот у него сейчас... Вы там пишете то, что одинаково, не одинаково, но это первый концерт, где он будет сейчас исполнять вообще свой альбом и... Да, 30 треков. Там 30 треков будет. Дайте я вам покажу просто, как это все выглядит. Только далеко заходить не буду. Там очень много людей. Смотрите, какие проектора. Йоу. Короче, все серьезно. Эй, что кричат-то? Что кричат-то? Что началось-то? Что началось?
съели. Вас проводили? Да, что такое райдер маленький, Андрей? Что за вообще что? Такое? Что за неуважение к зрителям? Кому? Гостям. Что так мало райдеров? Ладно, все, я там райдер. Все хорошо, не переживай. Вот она шутница, она решила именно за минуту до выхода именно начать меня вот-вот дудосить. Прости, прости, все хорошо, реально. Все, хорошо тебе выступить. Не вижу. Хорошо тебе выступить. Спасибо большое. Не переживай. Я думаю, мы увидимся. Увидимся. Да, думаю. Да. Чат, все, давайте. Я пошел готовиться морально. Кто в Питере? Питер, всех жду. Шуму для Генсухи. Love you all. Да. Да. Каждый раз сохраняется. И вот Филипп. Филипп, Филипп помогает. Не ломай. Бесплатно? Честно, бесплатно. Тысяча. Ладно, я шучу, не надо, конечно, не надо. Ну давай, а кому? Передаю привет Хопелесу. Кому? Хопелес. А, Хопелес, это друг твой? Нет. Это много друзей. Это да. Типа сквад твой. Да. Вот я Маша, постоянно Филипп. Это маньяк, не будет. Ой, так не говори, он хороший. Это что уже? Плачу небеса о тебе, о тебе. Это я типа в клипе. Ребята, вы выйдите. С этой музыки не хватает. Мы с тобой. Слепо доверяю, так забыть мы с тобой, мы ли с кем, так хотел бы с тобой. Халявный концерт, ребята, ну как халявный, слушайте, я ему 500 тысяч заплатила. Я бы хотел дать... Вот так вот, солевой пишут. Плачут небеса. Я не знаю, думаю, не про тебя. И мечте. Не про меня, конечно же. Ребятки, какой я солевой? Вы посмотрите на это. Белли. Какой? Какой? Белли. Белли? Белли. What is it? Belly. That's belly. Belly. Это пусика? Belly. Это пусика? Little belly. Ну, у него... Ну, нет. Ну, Андрей, у тебя нет белли. Oh my god. Kill him. Bitch, I wake up. No stylist. Fresh as fuck. Красотка. Чат, накидайте цветов в чат, если Наташа красотка, топ-1 вообще. Спасибо. Я стараюсь поддерживать твой имидж. Да, Надя Белка, вперед. Надя Белка, что это моя мама? Да, все. Они мне все байтят на водку, чтобы я выпила. Я говорю, что нет, типа, ребят. У меня ребенок в животике. Андрей. Тебя открыть, может быть? Да, все супер. Погоди, это алкоголь? Не манчи, а тебе нельзя, у тебя ребеночек. Так, сейчас. Андрей, ну вот он о себе забывает, артист. А мне лимончелло наливает, да. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Только такие остались. Ты о себе забываешь. Андрюш, все, хватит. Спасибо большое. Ты знаешь, что ты выступаешь через минуту? Да. А ты мне лимончелло наливаешь. Андрей, блин, мне очень нравится эта футболка. Можешь ты мне ее подарить потом после концерта, пожалуйста? У тебя такая спина жесткая. Hey, народу еще нас... Я вообще сама первый раз на концерте, ну, на сольнике. Я очень сама переживаю, как бы на мой концерт сейчас. На втором припеве мы все выходим на сцену. Последний крик-трек. Вот
Я
Все твои фишки
А теперь, ребят, спасибо, спасибо, люблю вас всех, честно. На самом деле, безумно рад, что выступаю в городе, в котором я прожил, считай, большую часть своей крутой жизни. Аккуратненько проходим. Ничего не ломаем. Вся была. Следующий крючок. Это трючок, о котором мало знают, скорее всего, большая часть аудитории. Но это именно тот трек, считай, с которого почти начался мой огромный большой творческий путь. И это трек «Айсы я». Слушай. И сюда залетает много раз Дима Хаус, который мы сделали ремикс на этот трек давным-давно. Это этот клип, где я, короче, сильно в таком... клубы с лазерными установками, где в капюшончике, кухоньки. Так, так. Вот это вот сайт, поэтому погнали. Не уждайте шума. Так, что-то я покушать хотела. Сейчас пойду еще, наверное. Выпью, наверное. А? Как ты петь? Я прекрасно. Нормально? Ты как, все хорошо? Да, все хорошо. Петя просто... Что-то поездка захотела очень. А? А что ты будешь? 17-й. 17-й? Сейчас уже 7-й. Да, через 10 трек. Знаешь, после какого трека, да? Нет, сейчас пойду посмотрю. Давай я расскажу. Да все норм, все норм. Он когда был в Америке, он попал в аварию, в автокатастрофу. И там даже, больше скажу, там люди умерли. Я вообще знала Токсиса до этой песни, поэтому, ребята, я эту песню наизусть знаю. Просто я очень хотела съесть чего-нибудь. Мы можем продолжать? Я вас не слышу, Питер, кидаться не надо. Если хотите что-то дать, лучше передайте вперед, правда, ребят. Все лучше, а ты...
никогда бы... Что? Никогда бы... Никогда бы... Брат, надо попытку номер два как-то... Никогда бы... Надо Оля спросить. Никогда я... Давай будем... Хочу приценить вам этот релизик. Let's go! Папа, блядь!
бро, от души. Вы не были готовы к этому дерьму. Вот такое вот, ребята. Но я думаю, мы это потом. Don't you find me sticky, yeah. Я могу забрать покрытием на битах. Ставим высоко. Не могу быть с тобой близко. Лечи со спиной, ты киска. Может быть, соль и риска. Факан твою так на списке. И теперь я да! Я не могу! Что? Я не могу дать им не удать, и никто ничего мне не скажет из вас. Я много работал, пока ты пил кофе, только я могу говорить. Сегодня мой пас. Что? Следующего трека. Мне понравятся фанаты. Glory Gang on Fall Down. Сделайте шуму для Арни! Glory Gang. From the radio. Я помню, они... Они не убили в том и мальче. Мы бриллиант вас. Она лучший друг. Да, она для твоей тёлки. Окей. I'm with a gang, it's on my chain. Готовый, Питер? Я помню. Такое было, кстати. И такое тоже было. Ну вот это подумаю. Говорю как бы. Но тебе могу в машине, ничего не слышу из-за этого, ребята, мой чек. Как рука, мой бриллиант, она лучший друг, да, это для твоей елки. Я в топе, когда разбивал гамасы, но я на свободе. Шарю её в этом стейке, она хочет ещё, я скислю мейку. Мотан на край, как будто мы стрейку. Но мне шипа на майкейнгу. Поворот на бирже, пора кейнгу. Я бы был почти свежий кейнгу. И просто сидел всего в твоего. Я прилетел в Дубай, я бы. И все мои секреты знают ли. Ну, писался дома, Витя Хамула. Но теперь все есть подсветка, как и я не делал. Гай, на поле, и мы прям сейчас поле. Мой фильм закрыл шторы. Они не увидели, кто мы, и мой чек. Твой вариант, мой друг. А ты мой лучший друг, да. Это твои тёлки, окей. This song for your girlfriend, girlfriend. Шума для B-Baby Tape и Соса. Я Сорский, мы делаем это. Гадюка гэнг. Мы бриллиант патриаркал. Эй, 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 эй. Ребята, а теперь немного лиричного. Шума для Скали Милана. Делаем. Тебя нету. Сука, мне грузом. Просто смотрю на свое отражение. Вдруг понимаю, что в зеркале пусто. Все, что мне надо срубить.
забудь. Я просто была голубей большая, голубей болела, я голубей боролся. Больно, детка, мне больно, без тебя больно, я не могу больше ждать. Больно, детка, мне больно, без тебя больно, я не могу больше ждать. Почему ты с ним, а не со мной? Хороший вопрос. Спасибо, девчонки. Все. Фин. Я отпечатана, я не хочу ничего предавать, пожалуйста, я не буду. Этот контакт взглядом, я белых. А теперь, ребята, шума для моего бродки из Гадюки Гэнг Джей Тим Петя. Йоу, Питер Уссер! Эй, йоу, чуваки в слэме, сделайте круг прям сейчас. Yes, sir. Бро хочет убить их. Я хочу этого слэма сегодня. Питер, дайте шума! Вы готовы? Let's go. Leave, hide and lay.
побегу за бей. А ты все там, я как Олег. Я как Олег. Дорогой, где ты считаешь момент? Считаешь момент? Бре-бре-бре. Ты знаешь, мы не идут. Я говорю,
Значит, будет в 5 раз больше, поэтому реально любите друг друга, дружите друг с другом. Да! Сами понимаете. Поэтому шоу для себя. Если вы станете сейчас близким человеком, парнем или с девушкой, обнимите его, скажите, как вы сильно его любите. А мы едем дальше. Let's fucking go. Так, мы Коля подойдем. Это мой любимый трек! SoundCloud-версию, где там... Хочешь, чтобы я уехал?
Я тебя не спрашиваю, все это тишина.
Спасибо, Егор! А теперь готовы, Дитя! Тут у него не в тебя, через раз!
Это самый гениальный артист всех времен и народов, ребят. Я не знаю, о чем вы говорите в своих комментариях. Я поддерживала, как могла. Я там бегала, носилась, да вообще, вообще кричала, все снимала. Там, где-то, я тебе плакаты занесла. Я тебя поздравляю. Да. Я потом тебя еще поздравлю. Все, хватит. Это... Кто нарисовал? Я. Ладно. Это ты оставила? Спасибо. Мама звонит. Спасибо огромное, пожалуйста, моя. Фанат. Тема звонит. О. Вот мама звонит. Вот мама.